father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping. Приветствую, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать, как решить проблему, которая связана с CSGO, а именно завершение процесса CSGO.exe. Данная проблема сейчас набирает больших оборотов, и многие люди пишут на форумы, просят, как решить данную ошибку. Я смотрел на форумах очень большое количество способов решения этой проблемы, но так каковы я не нашел нормальные, но в итоге через большой промежуток времени я все-таки нашел, как решить эту проблему. Многие советуют там проверить целостность кэша, переустановить игру, переустановить Steam. Но Steam нужно правильно переустановить, нужно после установки пошариться в реестре и поудалять значения, которые оставляет Steam. Вот, данный способ я не пробовал, если кому захочется, можете попробовать. Я именно нашел такой способ, который не нужно удалять ни CSGO, ни проверять целостность кэша, ни удалять Steam и так далее. Все очень просто оказалось. Для того, чтобы решить эту проблему, заходим в настройки, настройки видео. Заходим дополнительно, и как видите, обязательно нужно детализацию модели текстур выставить на низко. А остальное я уже сам поставил на низко, на всякий случай. При этом расширение экрана не нужно менять. Также, когда вы убрали, сохранили, перезашли в игру, проверили, если у вас продолжает вылетать, то убираем режим сглаживания, то есть нет, стоп, сглаживание с помощью. Вот эту фигню убираем, вертикальную синхронизацию, все это размытое движение убираем, пробуем, тестим, также сохраняем настройки, перезаходим в игру и опять же тестим. Если у вас вылетает, то просто отключаем режим сглаживания множественной выборкой. И выключаем также многоядерную обработку. Также сохраняем, перезаходим в игру и пробуем. После этого, в принципе, должно быть все нормально. И вылетов не произойдет, так как мне это помогло. Также на одном из форумов, точнее не форумов, а Steam, на Steam форуме я прочитал, что если вы имеете на своем компьютере 32-битную операционную систему, то желательно переустановить на 64. Почему? Так как нужно, чтобы вот именно CSGO, в частности, использовала оперативную память полностью. Именно все ресурсы, которые возможны. На 32-битной системе вы можете использовать только 3 гектара. В моем случае это так. Но с ошибкой я справился по-другому. Если вы хотите именно, чтобы у вас нормальная игра работала, чтобы у вас не подлагивало ничего, то лучше поставьте 64, для того, чтобы, еще раз повторю, оперативная память использовалась на максимум. И у вас не будет ни подвисания, ни подлагания. Ну, а уже остальное зависит от компьютера, от процессора, от видеокарты и так далее. В принципе, вот это маленькое видео должно помочь вам решить эту нехорошую проблему, я считаю. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.